Всем привет! Сегодня у нас небольшая стройка. У нас Ева заказала себе парник. Ева заказала себе домик. Ну, мы, как всегда, решили сэкономить с Колей. В общем, посчитали, решили, что дешевле будет купить доски. Да, конечно, купить доски. Пошукал везде, пособирал у знакомых по чуть-чуть. Где что дома разобрал лишнее. Вот такие дела. Купил досок. Немножко. Да, тут срачник, конечно. Ну, Коля, такие слова. Да, тут порядок. Грязно у нас. Ну да, ремонт. Стройка. Стройка века. Я не строитель, в принципе, но... В общем, мы подумали, говорю, посчитали, что самим построить будет... Да, и посмотрим, как будет выглядеть. 5 раз будет дешевле, но не факт, что... Да, пока я затратил сюда 50 евро на доски. Да. Вот на улочные доски, которые домик будет обшиваться. В общем, каркас мы сделали из того, что было. Вот. А на обшивать... свалках пособирал. Ну, Коля, блин. На свалках чуть-чуть пособрал досок. Пособрал. Да. Дверь со старой кухни сделаю. Да. Когда мы заезжали в дом, там был кухонный гарнитур. Но кухонный гарнитур был не этот. А что ты говоришь, это со свалок? Я на свалке собрал. Ехал сегодня, увидел, в кустах лежат досочки. Подъехал, быстренько в микроб загрузил. Но они не нужные были. Свалка что? Да, вот, да, хорошие. Они досочки. Не нужные были. Да, что, хорошие досочки. Вон всяких досочек, вагоночки с гвоздиками, правда. Ну ничего. Что-нибудь придумаем с них. Все, стройка началась. Да. Вот такой домик получается у нас 1,80 м где-то. 1,80 м в высоту. 2 метра в длину, 1,5 м в ширину. Слушай, ну знаешь что, когда мы с тобой обсуждали его и размеры, мне как-то казалось, что он будет поменьше. Так он прям такой приличный. Да, Ева заказала окно с той стороны. Вот там. Два надо. Одно. Почему? Будет темно. Света же не будет в домике или будет что-нибудь? Свет я сделаю, аккумулятор поставлю, пару повешу. А что, как без света в домике? В нашем детстве были домики без света. У них было 2 окна. А, и крышу тоже нашел железную. Осталось только купить краски. Уже готовую нашел. Нет, ну есть и катафал, но его не буду ложить, потому что его надо сюда как бы 4 квадрата. А у меня только 3 квадрата, чтобы не покупать. А железная крыша есть. Вот. На, музыку потише сделай, пожалуйста. Да, я сам скажу, тут не пройдешь. Ой. А, досочки вот такие вот купил. Вот. Сколько стоит? Я не знаю, не... Я же сказал, одна доска... Так, 1 метр доски стоит евро 0,9. Я купил 50 метров за 60 евро, что ли, 50 с копейками евро. Вот такие вот дела, на, держи. Знаю, что получится. Не, ну что я не знаю, Коля, я в тебе уверена. Знал, как я в себе уверен. Да, у Коли уже опыт есть, он в том году сам построил сарайку. Да, сарайку. Офигенную. Вот. Все соседи собрались посмотреть, все оценили, все сказали классно. Ну, да, короче, едем дальше. Потом вот. Покажу где-нибудь в середине, как что получается. А потом итог, то, что вообще получится. Так что... Что? Начинаем работать. Попозже покажу, что у Коли получилось. Заходите ко мне, не забывайте. Да, заходить к нему надо. Выглядит, огонек. Конечно. Ну, выглядит и что? Не, ну чтобы это не было таких косяков. Ну. Уровень. Ну. Вау. Уровень. Уровень по уровню. 0. Уровень. В ноль. Ладно, не, ну просто что со стороны-то, вдруг там косячу. В ноль. Ну а что говорить, если все в ноль, значит и... Все в ноль. Тоже супер. Так вот. И полы все в ноль будут. А что это за штучку? Держи. Вот, держи. Что? Сейчас. Не знаю, откуда в сарайке нашел. Смысл? Знаешь, что такое? Нет. Ты что, прикалываешься, что ли? Нет. Смотри. Пихай пальцы. Я боюсь. Пихай, да? Быстрее. Смотри. Коля, блин, что, ну что ты так, правда? Испугалась? Ну, конечно. Прикольно?
А чего это? Ну куда я нажму? Это что-то горело здесь. Нужен горелки? Да, нужно. Куда нажать? Ничего нажимать не нужно. А как-то она открывается. А оттуда как выпрыгнуло что-нибудь? Я даже не знаю, что такое. Это какая-то... Ну, горелка, наверное. Так давай на. А где ты? Чека. Где ты ее нашел? Ну, что-то, блин... Где нашел? Ну, что? Где ты взял ее? Валялась где-то здесь. Там у меня еще древняя, наверное, годов 20-х лежит это, кофемарка. Кофемолка. Да? Да, сейчас покажу. Это мы когда дом купили, она здесь лежала. Все, строили. Мы еще 4 года живем, мы еще не весь дом облазили, кстати. Еще ништячков тут всяких где-то хватает. Ну, не знаю, конечно, не 20-х годов, но думаю, точно древняя. Ее кто-то пытался Ого. Покрасить. Что, ты не видел, что ли? А я не видел, а что ты мне даже не показывал? Ты знаешь, как если там карта посмотреть древняя такая. Да, а что это? О, какая. А что ты взял, что это? Какая-то кофемолка. Кофемолка древняя. Что, смотри. Что, туда кофе, ага. Да? Да, как кофе засыпается? Усос засыпается. Сюда засыпается, да? Ну-ка. Покажи такой, нифига себе. Ну, какая. Прикольно. Ну, правда, да, так ты... ее надо это, очистить и домой принести. Зачем вам нужна тебе дома-то? Ну, как? Ты ее чистить, я устану чистить. Ну, ей лет точно дофига. Ну, для чего-нибудь. Да не для чего, просто чтобы была. Пальцы можно туда запихивать. Пихай палец. Угу, замучу его. Да, кофемолка. Кофемолка. Самый прикол, что ящичек еще деревянный, смотри. Почему года выпуска нигде нету? Ну, может, это самодельное. Думаешь? Похоже, кстати, да, что сами делали. Подожди, я сейчас найду дату. На 100% какая-нибудь самодельная. Да, конечно. Да сам, наверное, сделал. Ну, надо ее очистить, краску снять. А может, правда самодельная? Да, похоже, как будто самодельная. Короче, ладно, все, продолжаем стройку. Давай уже. Работай. Не, ну вообще как-то надо бы хоть рассказать. Что рассказывать? Домик строю, каркас на глаз. Кто-то, никаких чертежей, ничего. Подожди, не перебивай меня. Решаю сам по очереди. Ой, сам по мере это. По одну доску прибил, вторую прибил, третью прибил, четвертую прибил. Знаю, что будет все стоять вечно. Да? Я его 2-3 года в нем поиграется, я его потом еще западаю. На торифи. Что, правда, кстати, если хороший получится, еще и продадим. Ну, хороший получится, он не хороший получится. Я же внутри его обошью, снаружи обошью. Конечно, фонарь. Коля построит, а мы с Евой его покрасим. Да? Да. Ну давай, давай, что ты будешь сделать? Сейчас я буду делать, лаги на крышу буду прибивать. Даже домик зашевелился. Угу. Лаги на крышу, так, дверь, обшивка. Ну, короче, все, что сделаю, то сделаю. Ну, в общем, выгнал меня Коля из гаража, сказал, иди отсюда, женщина, не мешайся. Ну, я и ушла. Пойду посмотрю, где, правда, получше поставить домик. Вот. Говорит, конечно, правда, сам разберется без меня, но думаю, без меня никуда. Я думаю, вот здесь будет хорошо. Здесь качель, песочка, песочница Евина, ресторан Евин. Ну и домик будет вообще отлично строиться. Так, Ева у нас всегда бросила варежки. Одним убираешь вечно, за другой. Ладно, я пошла домой. Попозже зайду опять к Коле на огонек. Посмотрю, как у него там успехи. Как наш домик продвигается. Блин, а что ты напугался так? Нифига себе, человек стоит, блин. Так я тебе кричу, Коля. Я ж не слышу, я ж пилю, блин. А голову еще не разбил. Ну, что ты так дернулся-то? В смысле человек стоит? Ну, я думал это, Катю, сначала показалось Ева, что что-то или попало, отлетело, что крикнуло. Вроде все так же.
Гретин. Я пришла. Не я пришла, а ревизор пришел. Вот, видишь, какой молодец. Коля... Я удерживаю, я не знаю, Ева тем более удерживает. Все. Давай. Да нормально. Не, ну а что я проверю? Все, остановись. Господи, повесь, повесь. Супер. Уже полы готовы. Ну, все, выходи. Подожди, подожди. Вот так продвигается моя стройка. Что это? На это ляжет, это профнастил ляжет, крыша металла, профнастил. Забыл, не, чтобы мой тюнинг. Ты, Коль, вообще... Чего? Ну я ж работаю. Красавчик. Мне попало в горло. Ой, не могу. Кстати, рога нашел в лесу. Да? Сам сделал, да. Прикрутил. Ну что, да. Молодец. Ты прикалываешь, что в лесу нашел рога? Я тебе что, не говорил? Говорил. А что ты прикалываешься? Я не помню. Они еще зеленые, я еле просверлил дырку там. Ты что? В лесу нашел. Какой хозяйственный. Даже рога домой принес. Молодец. Не знаю, кто-то потерял. Ну да. Кто-то сбросил. Кто-то начал новую жизнь. Из рогов. Ну, короче, досок на полы не хватило. Где-то две дощечки. Полы покрасим потом или ламинат положу. Да ламинат спухнет, Коль, какой ламинат? Она же там будет играть песок, вода, ты Коль, что? Хочу. Ты этот домик, Коль, через неделю уже не узнаешь. Коля мне сказал, что больше не приходила. Я решила еще разок сходить, посмотреть. Интересно. Сейчас подглянем. Ку-ку.